Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим салат столичный. Очень вкусный и сытный салат из курицы. Салат прекрасно подойдет на каждый день, на обед, на ужин. И такой салат приготовить очень просто. Нарезаю куриную грудку, курицу можно взять вареную или копченую, картофель, морковь, соленый огурец натираю на крупной терке, нарезаю яйца, нарезаю лук и соединяю салат, картофель, яйца, морковь, лук. Курица, соленый огурец, зеленый горошек и мелко нарезанная свежая зелень у меня укроп и петрушка. Добавляю майонез и все хорошо перемешиваю. Соль и перец добавляйте по вкусу. Перемешиваю салат, и все, наш салат готов. Всем приятного аппетита! Друзья, я желаю всем всего самого доброго, самого вкусного, удачного приготовления и до новых встреч! Всем пока-пока!